Но то, что мы видели здесь на показе, мы сегодня не встретим на улицах Москвы. Ну правильно, потому что это только начало, это первые идеи, которые, как говорится, получили свои. Что ты говоришь правильно? Вот я сейчас пойду по улице Москвы. Да. Что тебе мало что? Да, вот и. Интересненькое дело. Что ты должен был начинать, понимаешь? Да. И я начинаю не только петь, но я начинаю еще эту моду. Я первый балахон его в Советском Союзе одела, и тоже все говорили, что это ужасно, что это ужасно. А сейчас уже все привыкли к этому и даже говорят, что надоело. Нет, а потом у нас же с языка можно снять пальто и в нем пойти сразу же. То есть наши идеи, они получают, собственно, свое рождение здесь и моментально получают, как говорится, выход на улицу. Я вот сейчас куплю и пошла. Да, и пошла, и все, и без проблем. Ну, это ты. Да. Как раз я меньше имею такой возможности. Да. У меня нет времени. Mm. А все те, которые сюда приходят, они пришли и... Оделись и уже по улицам ходят. И в отличие от ваших, между прочим, мод, не такие дорогие. Не такие дорогие. Да, эксклюзивные вещи наши. Вот за то пальто, вот я видел пальто, знаешь, где... А тираж какой? Я в Италии. Тираж 5 штук. 5. Одна от 5, если супер такой популярный, 20-30. Я же не могу одеть то, что мы все. Для любого человека, тот человек, который хотел бы приобщиться к нашей эстетике, может прийти в наш дом совершенно спокойно. Открыты двери для всех. Но для меня одна модель какая-то. Да. Это, знаешь, что приятно, что здесь индивидуально, в принципе. Да, здесь индивидуально. Если можно... я не хочу, чтобы в этом пальто ходил кто-то другой. И не будет. Я снимаю его с производства вообще. А Слава, есть ли у Али свой стиль? Конечно. Был. А сейчас какой? Сейчас новый еще. Ее стиль, это ее сцена, понимаешь, мне кажется. Понимаешь, вот она там утверждает свой стиль. А в жизни она, как говорится, ходит как женщина, которая романтическая. Она по складу очень романтическая женщина. Не такая деловая, сухая. И поэтому ее одежда, она необычайно современна всегда бывает. То есть черты моды присутствуют всегда в ее одежде. А тем более в силу того, что она, как говорится, является суперзвездой нашей страны. Понимаешь, на нее все люди смотрят. Ей нужно обязательно авангардные, как говорится, темы и образы.